Студент из Запорожья изобретает новые шрифты и пишет картины, используя каллиграфию. Редкое направление живописи начал осваивать 2 года назад. За это время из экспериментов с арабской вязью, готикой и славянским стилем родились 2 десятка работ. На первой авторской выставке мастера побывали наши коллеги. Уникальные шрифты, замысловатые формы, экспрессивная манера письма. 18-летний запорожский студент пишет каллиграфические картины. Все началось в причудливых эскизах, в которых он игрался шрифтами. Друзьям понравилось, и развлечение превратилось в серьезное занятие. Александр не только изучает разные стили, но и, смешивая их, ищет что-то свое. Направление в каллиграфии отдельное. Это когда разные стили коллаборируют друг с другом. То есть арабская вязь, готика и славянский. Сейчас у меня новый стиль уже, я пишу руническими такими образами. То есть у меня сейчас в разработке 3 холста. В коллекции мастера 2 десятка работ. Каждая из них можно прикоснуться, ведь художник не использует ни рамки, ни стекло, чтобы не прятать от зрителя свое искусство. В картинах зашифровано высказывание друзей, цитаты известных личностей, а также родителей. Именно они воспитали сына творческой личностью. В этом направлении он начал активно работать. Вот, поступил в университет. Ему понравились шрифты, и он начал работать. И 2 работы, самые-самые первые, висят у нас дома, я их не отдаю ему, потому что он любит все перерисовывать. Повторить стиль художника пытались друзья, но безрезультатно. Александр изобретает новые уникальные шрифты. Когда вот он начинает только рисовать, то да, я понимаю что-то. А когда уже нарисовано, ну, сложно разобрать, как и другому любому человеку. Он разрабатывает свой стиль, и он думает свои шрифты. Единомышленников Александр ищет в интернете, эскизами обменивается с зарубежными художниками. Соавтором одной из последних работ стал художник из Германии. Однако пока работы мастера каллиграфии можно увидеть только на выставке в Запорожье. Мария Александрова, Константин Устюжин, Запорожье, UATV.